met this girl in radio. Said her signal was low. She wasn't getting my sound. She kept the volume down. I told her turn up the bass, bass. And then she kissed me in my face, face, face. I told her I had a girl. Воскресным вечером иностранные студенты казанских вузов встретили весну. Для многих из них зимние холода – это экзотика, привыкнуть к которой нелегко. Очень-очень холодно. Там такие температуры в Африке нету. Весна пришла, и это время я люблю, потому что температура в плюс 4, минус 1. Это уже нормально. Масленица прошла, как полагается, с блинами. С удовольствием поедая главное праздничное блюдо, студенты-иностранцы стали ближе к российской культуре. Масленица, ну, в первую очередь, блины, конечно. Еще это недельное гуляние. Это очень интересное время. Ну, я это как праздник люблю. Это, прежде всего, теплый праздник, когда друзья собираются в кругу за столом. Как раз, собственно, едят эти блины за теплым чаем. Это уже праздник, блины, бедные, шашлыки. Конечно, проводы зимы – это лишь повод. Главное – познакомиться со студентами из России и других стран, далеких и не очень. Непринужденное общение, игры – за таким вечером время летит незаметно. «Мир без границ» – название проекта говорит само за себя. Пригласили на это мероприятие иностранных студентов, которым очень интересно познакомиться с русской культурой, познакомиться с ребятами из других стран. Особенно интересно познакомиться именно с русскоязычными студентами. А русскоязычным студентам, в свою очередь, очень интересно познакомиться. Я вообще сам начал общаться с иностранными студентами недавно. Здесь идет интеграция, ну, разных культур. То есть, например, я узнаю очень много о студенте из Африки. До этого я вообще не представлял, как он живет, откуда приехал. Мы можем знать друг о друге и о других культурах, которые, может быть, в Казахстане, в России, в Африке. Многие мои друзья – это вот круг тех людей, с которыми я живу вместе в общежитии. И таковых казанских друзей у меня нету. А вот благодаря таким встречам я приобретаю новых друзей и как бы расширяю круг своих интересов. Римма Занединова, Ленардо Влетьяров. Специально для Универньюз.